18 октября в Нефтекамске будет пасмурно. Температура воздуха утром плюс 1, днем ожидается плюс 3 градуса Цельсия. Вечером столбик термометра окажется на отметке 2 градуса выше нуля. Ветер северно-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба. Народная примета гласит: осенний иней к сухой солнечной погоде. А я привет передаю своим родным и близким. Застройщик ООО «Сальвия» предлагает комфортабельное жилье для молодых в микрорайоне «Радужный». Одноподъездные 10-этажные жилые дома, консьерж-сервис, отдельная комната для хранения колясок и санок, улучшенные грузовые и пассажирские лифты. «Сальвия». Подробности в отделе продаж. Улица Дорожная, 15А. Телефон 7027. 7027.